Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешачок. Я вам уже показал кучу видосов, что, как, почему. Вечером еще будет куча видео. Сейчас мы сделаем прокачку на эволюцию, аугментацию этого героя. Поставим ему нормальный талантик и затестим, что же у нас будет. Как видите, сейчас уже 91 тысяча на 200-ке. Я просто вам для сравнения покажу на примере других героев. Вот, допустим, 90 тысяч у Огника, да? Кто там у нас еще из таких интересных танков? Рино 87, Хранитель 106, то есть офигеннейший танк будет, и с автопроком. В общем, думаю, будет очень-очень интересный герой. Тут 91, то же самое, в принципе, сейчас должно быть и у меня. Вот 91-220. То есть есть автопрок, что очень интересно. Герой сам себя хилит. Поехали, делаем ему сейчас эволюцию, аугментацию. И будем дальше уже тестировать. Когда я уже там на максималку прокачаю, мы определимся с талантиком. Так, окей, какашки у меня есть. Забираем обратно книги. Вот так вот у нас. Такой вот интересный герой получился. Ну, уже с эволюцией. С вас, ребята, лайки. За скорость пыльных видосов. Так. А мы не можем сейчас сделать. Так, ну что, поехали, делаем аугментацию героя. Так, есть. Ну, герой, честно говоря, мне с первых минут уже понравился. То, что очень интересно. Интересно, как он будет на битве гелий. По идее, будет очень жесткий. Так, есть. Аугментацию мы сделали. Что ему ставим? Ну, я буду сейчас его собирать в первую очередь на урон. Крит урон. То есть в таком плане. 12-го пока ему нету. Поэтому мы будем чисто тестировать с уроном. Побольше крита надо ему натащить. Уклонение тоже можно оставить. Ой, отлично. Точность даже добавилась. Ну ладно, точностью мы пожертвуем. Две точности. Там бы крит или крит урон побольше. Сейчас посмотрим, что по стате будет на 200-м. Но думаю, этого будет хватать, чтобы там выживать первые минуты. Но, в принципе, если герой будет... Так, крит есть. Давайте за жизнь. Ну, пусть будет жизнь, не критично. Так, есть. Сделали мы ей аугментацию. Теперь докачиваем героя до 200-го уровня. Где там? Блин, теряется все. Сейчас, кстати, потестируем в рейдах ее уже с эволюцией. Цепим ей Рудика. Ну, книг у меня должно, в принципе, хватить. Так, отлично. Есть. Вот так вот выглядит герой. Смотрим, 174 тысячи уже на первой эволюции. Я вам скажу, это немало. Это офигеннейший. Будет танк, скорость атаки, скорость передвижения. Ну, в общем, неплохо. По малышанику некоторые говорили. Да, что-то в этом роде. Так, смотрим. Ремка, он сразу включается. Она точнее. Но скилл сейчас не бьет. Я вот не могу понять по поводу скилла. Вот начал бить скилл. Посмотрите, как рандомно бьет по зоне. Сразу же заряжается, что ли? Офигеть. Так, там у нас... Мы не выбрали. Сейчас выберем.
Ну, смотрится круто. Сейчас на волнах протестируем, еще поставим воодушевление. Так, давайте поставим Рудольфа. Можно, в принципе, Ангела 430. Ну, Ангел у меня слабо прокачан здесь. Ой. Ну, все как обычно, ребят. Слышите, да, эти звуки? Ну, ладно. Трешечок. Так, вот у меня, кстати, коробки подкопились. Надеюсь, не будут нам мешать сильно. Это, знаете, это такой трэш, жесткий. Жесткий трешечок. Так, ну что-то нам надо на урон. Давайте, ладно, давайте коробочки возьмем. Так, ну пиромах не особо нужен. Плюс одна клетка тоже нет. Да блин, дайте что-то на урон, хотя бы четверку. Сейчас, ребят, придется. Потому что у меня тут героев не особо. Так, Асурик. Пятерками тоже нет времени разбрасываться. Так. Стрелок, а ну. Ставим пока ведьми вместо пиромага. Так. Да что такое? Дайте, блин, на урон четверку какую-то более-менее нормальную. Плюс, когда только пилишь видос, обязательно кто-то тебе поднасрет. Так, хоть бункер, блин, покупай защитный. Так, отлично, четверка есть, поехали. Пока так протестируем, дальше я уже на максималке затестирую. Урон мы собрали. Теперь давайте по талантику. Сейчас мы поставим сюда. Что мы сюда поставим? Что у нас есть? Грубая сила есть. Мощный пакт 1. Пока грубую силу поставлю, потестирую. Так, отлично. Так, улучшить. А дальше фигушки не дает эти камни. Мне кажется, что все. А, 10 камней надо тоже. Так, окей. А вот такая вот у нас сборочка сразу же с ремкой. Единичка. Поехали тестить. Но видите, улетело очень быстро. Ну, тут, скорее всего, из-за смотрителя. Сейчас постараемся смотрителя обезвредить. Так, еще одного зеленого поставить, окей. Так, малышник, хранитель, блин, стрелок есть. Ладно, поехали, попробуем. Ух ты, посмотрите на этот урон. Это просто жесть. Если она такое в дефе будет творить сейчас, это просто жопа, ребят. Реально жопа полная. Это типа Фрей, только, блин, зонально бьет. Ее где-то прятать придется. Короче, убираю всех героев. Ставим ее сюда. Так вот. Ставим воодушевление. Ну, жестко, жестко. А, я не смогу поставить воодушку.
Максимальную. Так, семерку нам не хватит. Шестерку. 81. Чуть-чуть делать. Ладно, идем с ремкой. С перемки нам будет хватать. Или нет? Давайте пятерку поставим, чем мучиться. Не хочу сильно вас мучить в ожидании. По 15, в принципе, нормально. Так, ну на какую волну пойдем? Давайте волну АА. Поехали. Не, не бьет. А вот начало бить. Ну, только начало бить, когда уже включились. Блин, она и по себе бьет. Что за бред? Она, получается, и по своим героям будет бить. Бред. Я думаю, это пофиксят. Ну, это как-то, ну, нереально чуть-чуть. Реально что-то вон какой-то. Да, урона, конечно, круто, много. Но и себя, блин, станет. Или это так кажется, или, блин, это реально баг. Хотя я не вижу тут автопрока. Вот заряд энергии идет. Вот сейчас только она зарядилась. Так-то, конечно, смотрится неплохо. Неизвестно, в общем, по поводу битвы гильдии, но реально очень много вопросов. Единственный минус ближнего боя. Это что было? Какая-то жесть, короче. Ну, видите, не бьет. Значит, автопрок есть, но она не бьет в дефном защите, в дефном варианте. Хотя вот только как только уже включилась, кого-то ударила, получается. Ну, в общем, непонятно, не знаю, ничего не могу вам по этому поводу сказать. Но сейчас, к сожалению, таблетки подойдут. По урону, блин, это жесть. Посмотрите, что она делает по урону. По урону вопросов, думаю, вообще никаких нет. А, это у нее отхил включается, походу, каждый раз, когда она заряжена. Какая-то неубиваемая. Вот якорь есть. Да, видите, ей надо все-таки ударить, только тогда скилл включится. Просто жесть. Повезло, что разбили. Ну, блин. Пишите в комментах, что вы думаете, реально очень круто смотрится по урону, вопросов как бы никаких нет. Давайте еще на аренку забежим, и я уже буду дальше качать, потом прокачивать и тестировать уже на максималке. Но это, ребят, это первый скилл всего лишь. Это пока первый скилл с таким уроном. Просто жесть. Дамага просто немерено. И если собрать на максимальный урон, я представляю, что она там будет вытворять. А, так, я хотел на арену забежать. Ну, let's go. Конечно, тут слабенькие. Просто жестко. Посмотрите, она бьет и этот. Видите, не включается, ей надо бить. Походу якорем надо бить. Только тогда он будет включаться. А сейчас не включается. В общем, очень много вопросов по герою. Не знаю насчет дефа, но походу от хил будет зависеть. От того, как она быстро будет включаться. А вот срабатывать умение, скорее всего, в дефном варианте не будет. В общем, вопрос. Вопрос уже потестим на битве гильдий.
типа в бою. Ну окей. Видите, автопрока все-таки нет. Заряжается, включается по ходу умения на восстановление, там, если не ошибаюсь. А так получается ничего у нас не происходит. Чалька. Значит, не настолько она будет имба, ну хотя, блин, по урону, я вам сразу говорю, это будет жестко. Зональный такой урон, это очень жестко. Сейчас жахнем, сворожаем кого-то, надеюсь. А, нет, тут, конечно, мы не жахнем, нас сейчас, наверное, сольют. Да, слили. Без вариантов. В общем, не знаю, пишите комменты, ждите уже максимального обзора. Вот так вот, такой вот герой, очень интересный. Прокачаю на максималку и уже вам выложу все. Всем удачи, всем пока.